Потому что бабуля отдаст Богу, этому Богу свою душу точно. Там написано: я люблю ТикТок. Там написано: я люблю свою бабушку. Передаю привет. А бабушка? Бабуля с ума сойдет. Ира, Толик, тетя Таня. Все, кто смотрит это видео, вот это не показывайте нашей бабушке. Потому что у нас нет возможности приехать, если что. Маленький спойлер. Потому что с живыми цветами мы когда-нибудь приедем. А вот вести искусственные по особому поводу у нас сейчас на это времени нет. Мама, открывайте дверь, она сейчас будет бежать с сковородки. Мама. Ты, главное, в тесто не чихай. Не чихай, я в тесто. Иди сюда. Мама, Алилька мне все время угрожает, что я буду со своим ютубом убивать со сковородкой из дому. Нет, они, в принципе, получаются на вот этой вот электрической ерунде неплохие. По крайней мере, быстрее, чем на этой печечке а-ля Инстаграм. О, королевна проснулась. Наконец-то, думаю, тетка хоть блинов мне сделает. Лилечек. Лилечек. А чем она занята? А, у нее ребенок есть, точно, я забыла. Лилька, я все никак не привыкну, если честно. Я думала, она до сих пор в куколки играется. Наверное, придется еще одну порцию блинов делать, потому что вот сейчас уже это начинает получаться. Кстати, мама, я добавила в блины ванильный сахар. Хоть кто-то мне говорил, не надо. А я добавила. Пахнет вкусно, получается. А потом возьму творожок из русского магазина. В него пару желтков, просто желтков. И немножко ванильного сахара. Закручиваю их, выкладываю в такую прозрачную форму и заливаю сметанкой, взбитой с сахаром, в духовочку. Такие вкусненькие получаются, если они вот это раньше не съедят. Потому что, учитывая время, мы уже с завтрака постепенно перекатываемся в обед. Не, Лилечек, я буду к вам со своими блинами приезжать. Зачем мне такая радость нужна? Что? Главное, не со своей плитой. Главное, не с моей плитой, хорошо. А что ты от нас ушла? А кто у тебя покушать хочет? Муж? Нет. А, ребенок. Лилька, так давай соберем 1 000 000 просмотров и 150 тысяч дизлайков. Приходи, покормишь на камеру, Лиль. Почему? А в Германии так модно. О, да, мы как-то в Кёльн поехали, там одна красавица села, прямо напротив исторического камня на ступеньке, расставила широконосые юбки, достала свои сиси и начала кормить. При всем, что туристы хотели очень верно напротив входа в это здание. А, туристы хотели сфоткаться напротив этого исторического здания, а девушка села ребенка такая там кормить. Ну ничего. Ребенок захотел кушать, а туристы подождут. Так, Лилечек, в общем, твоя электрическая тикток-сковородка быстрее делает блины, чем твоя супермодная инстаграмовская печка. Это так, чтобы ты знала, да? Ванька смеется, говорит, она что, ее правда в инстаграм заказала? Да нет. Просто непривычненько. Лопатка, кстати, классная. Лиль, да. Это тефалевская, наверное, лопатка, да? А классная, для блинчиков, супер. Нет, если бы была вот эта вот деревянная палочка, которым блин вот здесь вот крутишь,
то, в принципе, можно и вот это так оставить. В принципе, можно. Залезь в угловой шкаф, там должен быть такой сильный. Чуть моя девочка, здравствуй, я не тебя имею. Залезь, посмотри. Здравствуй, моя куколка, ты что нам сегодня ночью устроила? Ну, залезь, вчера? Посмотри, можно палочкой найти. Вот здесь, вот другой здесь. Шкаф. Люди, да мне уже надоело лазить. Левый край в глубину, посмотри. Есть мне скоро выкрутить уже схватит, и тут везде сегодня там есть такая голубая коробка. Вот у меня осталось 4 ополотика. Если бы ты половину блинов не съела, нужно посмотреть по времени, потому что маме на работу. Нужно уже в темпе вальса все это делать. Быстро. Потому что... Ну вот смотрите, там делается 3 блина, на этой сковородке делается 1 блин. Потому что нужно ставить это правильно. Так сказала Лилечка, да? Ой, насмеялись, как дурачки, наверное, этих соседей разбудили. Ладно, к этой электрической я уже привыкла. Если бы они еще идеально кругленькими были, было бы вообще замечательно. Электрическая делает быстрее. Интересно, меня в этом доме хоть покормят? Ой-ой-ой-ой-ой. Так хочется, знаете, уже со сметанкой, блинчиков так. Хоть с чем-нибудь. Девчонки, как пахнет, как выглядит? Признавайтесь. Лилечек, а мне как-то без тебя скучно на твоей тиктоковской кухне. А на меня мой домовенок вообще обидится, скажет. Слышь, Лилек, а мой домовенок вообще вот там в этом, в Лебенштете, на меня обидится, скажет, вообще обалдела, с пятницы домой не приходит. Нет, когда вчера я у тебя ночевала, сегодня, да? Я и Ванька. Ну, сто Ваньке весело было. Он же в Гослар не хочет. Это что я там буду делать? Просто в Госларе кино далеко, за городом. Да. Вот эта вот ерунда быстрее делает, чем твоя. Там есть 4D. Слушай, ну что, опять выключилась, что ли? Вообще, мы пообещали твоему малому его туда сводить. Куда? В Гослар? В 4D кино. Да, в Гослере, это рядом с Андас, кафе Андас. Там же как раз рядом. Да, 4D или еще что-то. Да, на той же улице, это соседний дом или так дальше. Так вот, что это такое? Там вот есть что-то. А я думала, это какая-то комната ужасов для туристов. Вообще, мы пообещали, но так и не поехали. Но мне пока надо ждать, пока я приюки. Тогда можем поехать. А что это вы обещаете ребенку? Если наша тетя суперзвезда посидит с тобой. Да. А тетя суперзвезда оставишь ее в магазине. Смотри, это еще купят. Это понял, такой не надо. Они ее купят, и через 2 часа, когда она кушать захочет, опять принесут. Нет, тетя звезда останется, конечно, оставишь в магазине. Главное ее там не забыть, а то мы потом по привычке все... Курить не учить, пить не учить, татуировки, рекламу не делать. Не главное, чтобы мы потом, когда мы все уйдем из магазина, не забыли, что есть ребенок. Я никак не привыкну, что у тебя ребенок есть. Мне все кажется, ты там сидишь с Барби-куколкой играешься. Да, какой... как и Макс. Глянь, какой овальный. Да, Макс до сих пор не привыкнет, что Лильке 18 исполнилось. А мы тогда с ним разговариваем. И причем 50 лет назад. Вот когда тебе будет 18, тогда и поговорим. Это я тебе Макс, сказала. Макс, ну мне же 19. Это я тебе сказала. Ты позвонила мне, пожаловалась. Лиля позвонила мне, она тогда еще... Нет, неважно. В общем, звонит мне и жалуется, что ей там что-то не разрешает Макс, старший брат. Я выслушала, говорю, слушай, короче, говорю, когда тебе 18 лет исполнится, делай, что хочешь. А пока тебе 18 лет не исполнилось, слушай старшего брата. Он меня смотрит, говорит, вы что, все с ума сошли, говорит. Мне уже сколько тебе было? Не 19, 20, по-моему.
Она говорит, вы что, все с ума сошли? Мне уже 20 лет. Ну, Макс лет 6 думал, что мне 16. А потом мы просто этот... Я говорю, да? Ну ладно, все равно слушай Макса. Он старший брат. Да вы что, с ума все посходили? Мне 20 лет уже. Какой, когда мне будет 18? Лилька мне классное видео прислала. Почему старшие сестры всегда... И не только сестры. Почему старшие сестры не воспринимают то, что их младшие сестры уже взрослые? Потому что если они это воспримут, значит, они примут то, что они уже старые. Ну, из такой серии. Ну, я Лиле сказала, мне это не грозит. Та-дам! Господи, ну тут хоть уже видно хоть какую-то стопочку этих блинов или не видно? Посмотри. Что, на кого? Нарушители порядка, да? На котов? Порядка. На котов я на твоих обиделась. Что, на кого-то теперь отсыпаетесь, да? Нет. Такой кошмар сегодня ночью устроили. Можешь быстренько с мультиков покормить? А чем я их покормить? Они ожидают. А у них там на полочке кофе стоит. А они будут шкодничать или не будут? Если ты их покормишь, наверное, не будет. Ой, да мама твоя их уже кормила, господи. Меня, блин, никто еще сегодня не кормил. А котов уже покормили, чтоб спокойствие свое не нарушить. Что они придут сами, скажут, когда им надо? Блинчики. Все-таки. Ты знаешь, какой у них фольпансион, когда нас дома? Карина приходит, и с ними и поиграет, и покормит, и приберет. Что вам делать? Они сидят, просто чилят. Они, когда он приходит, когда я захожу, они сразу вот так становятся, как тигры при входе. У них даже есть большая крыска на радиоуправлении. Ой, вот этого мне не надо. Вот это, если ты меня ночью запустишь, я Богу душу отдам точно. Слава тебе, Господи. 145 блинов съела тетя Лиля. Вот такие вот блинчики получились. Мягенькие. Кстати, если я знаю, что я блины ничем не начиняю, а просто вот так вот мы их будем есть, тогда я еще и каждый смазываю топленым сливочным маслом, чтобы они оставались мягкие. И потом. Хотя на потом они не остаются. Как-то так. Все, у меня здесь два последних блина. Доделывается. Сейчас буду спрашивать семейный совет, будут ли они с творожком, либо так их сейчас съедят. Или... Тогда, в общем, посмотрим. До скорого. Лёчек, ты не хочешь оператором поработать? Блинчики практически готовы. Мы здесь нашли творог с русского магазина, потому что у немцев такого нет. Сейчас я сюда вбиваю пару желтков. Орехи и изюм едят все или кто-то не ест? Изюм нельзя мне, а орехи все едят. Какие вы... Ладно. Добавляю сюда орешки, пару желтков, ванильный сахар. Это все расколачиваю, потом заворачиваю блинчики. В общем, Лилька сказала, будет оператором. Приветствуем. Оператор Лили. Ура! Наша тетя Лиля! Наш оператор. Сейчас скажет, что ты меня тетей называешь. Я на полжизни тебя моложе. Блин, куда убрать? А, убираем сюда. Вот так, так, там. Так, Лилечек. Лильчик. Подожди. Держи ровненько. Угу. Тебя что? А это на пол поставить нельзя, потому что кот на это сядет, да? Шучу. Ты пальцем камеру закрываешь. Ты закрываешь своим пальцем камеру. Так. Отправляем сюда этот творожок. Яйца были где? Яйца были на окне. Сколько? Ну, наверное, 2 желтка. Да, Лилёк? Чисто. Вот здесь у меня яйца. Лиля, расскажи что-нибудь интересное. Ну, пока нечего. Например, на тему, как спалось. Слушай, какой спалось у меня ребенок грудной. Это мне так нравится этот вопрос, знаешь, как спалось. Как спалось? Пока... Ну, после прививки спалось тоже не очень. Белка болит. А кто тебя просил ее делать? А куда я без прививки пойду? А ты никуда не ходи, ты в декрете дома. Как другие дома сидят, правильно? Вот представь, если у людей, например, там нет машины, нет водительского удостоверения,
А дети есть. Ну, что тогда? Вы, наверное, об такой кешью зубы сломаете, да, в таких нежных блинчиках. Не будем делать этого. Знаешь, что добавим? Может, там еще что-то есть сушеное, мне кажется. Ой, это все очень долго искать. Обойдетесь, будет только с ванилью. Хорошо? Можно было бы, знаешь, что можно было бы сделать? Можно было бы это пропюрировать блендером, чтобы еще нежнее было. У нас сейчас сметанка есть. Давай сметанку тоже добавим. Она там же где-то шкаф открывала. Подожди. Давай блендером это пропюрируем. Давай. А то еще поломаешь свои 150 лет себе зубы. Сметанка это греческий йогурт. Слушай, давай добавим греческий йогурт. Хотя обычно вот сахар я уже в каждый блинчик добавляю, чтобы не растекались они, не разлазились эти. Греческий йогурт, это классно. А лопатка в соседней. Анжелика, Греция, вам привет. Я, правда, не знаю, насколько правда этот йогурт у нас греческий, но тем не менее. А знаешь еще, что можно было бы добавить? Бурбон-ванильку тоже. Господи, что я тут на твоей кухне сделала? Здесь же был же на кухне порядок, елки-палки. Нет же ж я пришла со своими блинами. Лиль, не хочу я вот эти всякие штуки. Все. Я это сейчас все пюрирую. Нужно же успеть тут и порядок навести, не просто отсюда уйти. Потому что они потом просто приглашать не будут. Покажи крупным планом, пожалуйста. Ванильный сахар, сметана, творожок. Но я бы добавила еще курагу или изюм. Но Лиля это не ест. Мама не разрешает. Что? Я бы с радостью, мама не разрешает. Мама не разрешает. Но сюда же просто напрашиваются орешки, да. Либо курага. Либо кстати, вот. Курага у нас есть, она в этом шкафу. Мама наша вообще, когда это видео посмотрит, она скажет, почему порядок не навели на кухне? А когда его наводить? Здесь уже нужно бросать это все в духовку, и нужно медленно отсюда просто убегать, потому что уже время. Ёлки-моталки, где же это все? Что ты ищешь? Ну, тряпку. Чем вытирать стол? Вот, смотри. Ого, сплотенный. Лиль, а нормальные, нет? Да есть нормальные. Это декоративные. Но они просто не гигиеничные, я их выкидываю каждые два дня. Нельзя просто нормальную тряпку мне дать, вот, на которой была. Ладно. Так, ладно, ладно, ладно. Не будем возмущаться, а то выгонят еще. А дощечки где? Скорее всего, уже в мойке. Так. А, она уже помыта. Она помыта, да. Я просто не знала, куда это убирать. Ты там разбила. Иди сюда со своим ракурсом. Мы возьмем вот этой стороной, где ложка у нас. Ёлки, что я ищу все в этом доме. Тут кухня два на три. Как тут можно искать? Лиль, так у меня кухня еще меньше, я на своей кухне тоже ищу. Так. Перфект. Это ты подлизываешься. Знаешь, почему ты подлизываешься? Я пришла. Потому что ты просто выпрашиваешь. Вот я просто пришла на запах еды. Как коты твои выпрашивают у меня здесь еду, так и ты выпрашиваешь. Они же у кого-то научились. Немножко вот такими плоскими делаем. Но мне, конечно, не хватает там орешков. Но блинчики просто прелесть. Они такие мягенькие. Посмотри, какие красивенькие. Вообще просто сказка. Сейчас придет мама и скажет, чем... Давай вот так вот это получился на твоей... Да. Сейчас придет мама и скажет, чем вы занимались полдня. А мы что скажем? Смеялись.
хорошенький. Угу. Лилька, я хочу пирожков, ты не поверишь. Я пирожки делаю и всегда... Ты их хоть ешь, когда делаешь? Ну, я не успеваю. Но они, кстати, очень вкусные. Я вчера, кстати, я скажу тебе честно, я вчера один съела, когда сделала, и два с собой еще на работу взяла. Ну, что так мало? Мы их сразу съели, у нас ничего не осталось. Ну, чтобы вам осталось. Скажу, чем она тут занималась полночи на нашей кухне. И ничего нам. Так, то есть я тут поправляюсь. Так поправляйся. А у тебя это на совести не остается. Нет, поправляйся. Так оно и должно быть. Одна сестра должна быть умная, вторая красивая. Я буду лучше красивой. Так я уже умная. Ну, я останусь красивой. Пора худеть. Ой, да что там прям худеть, господи. Ты вот отсюда, если бы взяла, я бы не танцевала. Правильно, у тебя подписчики пишут. Только хочется похудеть, а ты со своими рецептами. Так ты же еще и у нас готовишь. Ну, я тебе скажу честно, вот такие вот вещи, да, я лучше съем пирожок, чем я съем какой-нибудь там сникерс или какую-то фигню, или какие-то чипсы. Ну, это, конечно, несравнимо, да. Ну, при чем тут несравнимо? У тебя это сравнимо. У тебя это все очень даже сравнимо, а я по-другому к этому отношусь. Я лучше сэкономлю на каком-нибудь сникерсе, от которого попа вырастет. Но при этом я с радостью съем блинчик, съем пирожочек. Тем более, это домашняя еда. И вот это с тех пор, как началась корона и все вот эти вот вещи. Немножко, конечно, изменилось это все в мире. До этого мы что? Мы ели только в ресторанах все время. Потому что никогда нет времени. Нет, не было времени приготовить, не было времени вообще ни на что. Теперь у нас добавилось время. И я, честно скажу, я даже в какой-то степени... Ну, не знаю. Но я думаю, тут стоит объяснить, потому что здесь цена, качество и количество порций в ресторане. Ты, достаточно... ты камеру держишь куда? Сюда. Достаточно сюда. Для того, чтобы поесть один раз, но наесться на полтора дня, это точно. Не как все же можно наесться на полтора дня? Это ты хочешь сказать, я тебе сейчас... Ты забыла, какие порции в Украине в ресторанах? Я ну бы... да, здесь порции большие. Да. Здесь как на троих порции. Ты не забываешь, что ты у нас камеру держишь? Не забываешь, да? А ты там будешь снимать сейчас свои какие-то... Тики-таки. Вот, смотри, я сейчас делаю здесь блин. Классно было, если ты на блин бы показала. Ой, Лилёк. А еще с меня смеется, что я блондинка. Ёлки-палки. Так. Такой хорошенький. Посмотри, какой он хорошенький. Ты даже это не показываешь. Жадина. Ты просто жадина. Илюк, вы мне как-то поднадоели за эти дни. Я хочу в Гослар. А я хочу в Харц. А ты хочешь туда тоже, да? Нет, я именно в Харц хочу. Туда, где снег желательно. Ну там сейчас много снега. Опасно, не едьте с ребенком. Там даже эта скорая слетела с дороги. Не надо. Лиль, ты знаешь, что мы сделаем? Мы не будем их сметаной заливать, я их просто этим сливочного масла кусочки положу. Угу. Потому что мы сейчас, если начнем еще сметанную заправку делать, то это будет 155 лет. Да. Нас просто не поймут. Ни мама, ни Марсель, ни Ванька. Ванька вообще уже ходит такими глазами плачущими. Думает, блин, сделай хоть что-нибудь, дай уже хоть что-нибудь поесть. Вчера пропустила, как он поспорил с Марселем, что он сможет съесть много острых чипс за 5 минут. В общем, это было очень весело. А он всегда со всеми спорит, что я у него потом спрашиваю, говорю, ты хотя бы спорил на что-то? Да нет, просто, говорю, ну ты даешь. Я, говорит, забыл на что-то. Говорю, сказал бы за 5 или 10 поспорю. Не надо его приучать на деньги спорить. Мы с ним недавно спорили, сколько районов в Зальцгитере. Ко мне говорит, 13-й айфон, говорит, свой отдашь мне. Я говорю, сейчас. Говорю, если ты проиграешь, говорю, где ты мне его возьмешь? Это зачем тебе, у тебя один есть? Я ему сказала, будешь мой дорогой, мыть полы. Не, ну он и так, он помогает, но есть такие вещи, которые, конечно, все равно ребенку не делегируешь. Так, товарищи, любимая партия, мы заканчиваем. Ура! Ура, ура, ура! Все, Лиля, с тебя кофе. Вот, сделали. Теперь я сюда просто кусочки масла. Я хотела сделать другую заливочку. Я сейчас сделаю просто масло. Так, бабушка Оля, дедушка Ваня пришел. А где этот ложечка? Подожди минуточку, подожди. Так. Сейчас такую махету взяла.
Я не буду делать сметанную заливку с ванилькой. Почему? Потому что уже просто пора уже отсюда убегать. А мы еще даже завтракать не начинали. Вот это вот так. Немножечко полью это водичкой. Чуть-чуть совсем, буквально. Отправляю в духовку. Не знаю, насколько. Пусть Лиля на свою совесть ставит в своей духовке температуру. Ты хочешь умлюфт или обычно? Да какой умлюфт? Я заметила, кстати, вот постоянно пишут на коробке с пиццей. Ставьте на умлюфт там так и так и так. А мне не нравится на умлюфт. На умлюфте мне пришлось вчера готовить гораздо дольше, чем на обычном. Так, моя хорошая, ты на свою совесть ставишь, на свою температуру. Я и так намучилась с тем, пока я это жарила на твоей кухне. Поэтому дай ручкой помашу еще подписчикам. Хорошие мои. Помаши. Мы тут и насмеялись, и наготовились, заливая вот это водичкой. А Лилька пусть сама в свою духовку это ставит. Немножечко водички, немножко маслечка. Все, начинаем завтракать. Мне просто интересно, какими получились эти блины. Можно мне хоть один съесть? Конечно. Слышно, как Якубович, только показываю все. Ванилька пахнет. Все, сейчас я выпрашиваю кофе, наконец-то. Кстати, ваша кофемашина, это супер. У них такая кофемашина, фильтр кофе делает. Я тихонечко просыпаюсь, налила водичку, поставила чайник, нажала на кнопку. Вот этот звук кофемолки, он бодрит и будет быстрее, чем чашка кофе. Мне казалось, здесь проснутся все и соседи. Все, мои хорошие, наши блинчики отправляем и идем завтракать. Всех целую, всех обнимаю. До скорого! Так, вот, они уже, в принципе, готовы, наши блинчики, поэтому подаем их на стол, кушаем, приятного аппетита. Ванька, как выглядит? Good. Good. Скажи, красиво. Красиво. Красиво.